Представлены предварительные итоги выборов, состоявшихся 18 сентября. В единый день голосования прошли выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации и Московскую областную думу. По предварительным итогам, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, победителем от округа номер 126 депутатом Госдумы Федерального собрания 7-го созыва стал Юрий Олейников. За него отдано 71 019 голосов. На второй позиции Борис Иванюженников – 21 330 бюллетеней. И на третьем месте Павел Залесов – 20 908 голосов. В Чеховском избирательном округе номер 24 одержал победу и стал депутатом Мособлдумы Серпухович Роман Горбунов. За него проголосовали 28 180 избирателей. За Павла Залесова голоса отдали 12 639 человек и третья строчка у Михаила Волкова – 10 875 избирателей. По партийному списку в Мособлдуму уверенную победу одержала партия «Единая Россия». Она набрала 31 417 голосов. Далее расположились ЛДПР – 13 472 и КПРФ – 12 661 голос.